Вы утверждаете, что это внутриполитический процесс в отдельно взятом американском штате. Но власти были бы готовы пригласить международных наблюдателей, специалистов по защите прав человека, различные организации? Эта ситуация разворачивается внутри страны, в Фергюсоне. Президент уже выступал по этому поводу. Туда собирается поехать генпрокурор. Мне больше нечего добавить, поскольку это чисто внутренний процесс, к которому Госдепартамент не имеет никакого отношения. Я понимаю, но, на мой взгляд, все-таки имеет, коль скоро зарубежные страны высказывают вам жалобы. Я не имею в виду лично вас. Хотя и такое бывало в прошлом. Но это тут ни при чем. Отдельный вопрос. Верно. Так вот, этот вопрос все-таки входит в компетенцию Госдепартамента. Я не прав? Что ж, конечно, мы слышали высказывания других стран, но у меня нет иных комментариев, кроме тех, что я уже озвучила. Хорошо. То есть власти не будут препятствовать, если, например, Amnesty International, Human Rights Watch или другие правозащитные организации отправятся посмотреть на происходящее и сделают свой отчет? Не знаю, есть ли у Госдепа позиция по этому вопросу. Я знаю, что там присутствуют какие-то люди, и ни о каких проблемах там я не слышала, но я не хотела бы углубляться в вопросы внутренней политики.